Программа «Духовная жизнь» меняет формат. Теперь вопросы нашему гостю, священнику Максиму Курленко, будете задавать вы, наши телезрители. Я бы хотела знать, со скольки лет можно приводить ребенка в церковь. Прямо сейчас можете, да. Это не возбраняется, а даже приветствуется. Вот, можете на ближайшее воскресенье прийти с ребеночком в храм. Мы говорим на языке, доступном каждому. Очень давно, это было когда-то, очень давно. Он думал о жизни, смотрел в окно. Дождем по стеклу, все серое блекло. Ну когда же я полечу соколом? Полечу соколом. Новый выпуск программы «Духовная жизнь» смотрите в воскресенье 15 сентября в 19:00 на Национальном телевидении Чувашия.